Всем привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. Пока мы с вами ждем, когда у нас же настанет продажа в конце-то концов, а это будет 16 августа Galaxy Watch 6, они уже продаются в других странах, уже даже по предзаказу их доставили, это Южная Корея и в США, по-моему. Ну и ребятушки оказались нежадными. И, пожалуйста, предоставили несколько циферблатов. Данные циферблаты немного подредактировал Данте 63, по-моему, его так называют, да, известная личность, которая делает моды Samsung Hilti Monitor, и не только, и циферблаты делает, и сделал их, так скажем, адаптировал их для того, чтобы они устанавливались на такие часы, как Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 5. Почему они, значит, не устанавливались в исходном состоянии? А потому что, дорогие друзья, операционные системки уже немножко разные. Вот смотрите, здесь у нас, значит, стоит версия единого интерфейса One UI Watch 4.5, а на Galaxy Watch 6 стоит операционная система другая. И здесь стоит Wear OS 3.5. А у нас же вот стоит, получается, уже на шестой версии, вот такая вот версия ПО. One UI 5.0 и версия Android, другая версия iOS 4.0. Здесь же она стоит 3.5 Wear OS и Android 11. По этой причине, короче, они, так скажем, в исходных файлах не устанавливаются. Ну, спасибо, Данте. Он сделал так, что они устанавливаются. Данные циферблаты будут доступны в магазине Wear Store по 10 рублей. Вообще их 3 штучки. Я вам сейчас покажу их, все 3. А также, для того, чтобы вы их смогли установить ручками, они будут доступны в телеграм-канале SV-приложение. Пройдете по ссылочке в описании видео. Там их скачаете и установите на свои часики сами. А если не хотите сами, можете через магазинчик. Заодно и, так скажем, поможете каналу в развитии. Ладно, поехали. Вот смотрите, какая штучка интересная. Вы по нему вот так тапаете, и он начинает двигаться. Вот такой вот. Это первый циферблатик такой, прям центральненький. Смотрим, что же у него здесь есть в настройках. В настройках есть изменение цветов. И цветов тут куча, короче. Можете найти все, что вам нравится. Ну, как бы желтенький давайте сделаем. И дальше одна таб-зона. В ней даем разрешение и выбираем, что нам нужно. Кстати, Данте сделал циферблат не один, а 4. Но четвертый у меня, который именно отвечает за сон, не заработал. Вот так он выглядит. На канале СВ приложения они будут выложены все. Там уже посмотрите, может, у вас заработает. Поехали, следующий. Следующий, значит, циферблат называется «Вечность». Вот такой он, прям прикольненький. Обратите внимание, сейчас я вам покажу, как он еще раз встает. Прям как он. Вот эти тоже вот так всплывают, когда вы его ставите. И «Вечность», смотрите. Прям вот такая красота. Жик, прям... Ну, реально клево. Здесь у нас что? Месяца. И он у нас показывает, да? Вот, пожалуйста, август светится. Здесь у нас звездочки. Дальше число. Пожалуйста, какое, да? Сегодня у нас какое число? Там первое, не неделя, ну и все так далее и тому подобное. Вот и луна у нас тут присутствует. Поехали. Первое, что у нас? Вот здесь у нас становится вот такое звездное небо. Это какая-то большая медведица или что? И вот так она раз-раз, видите, когда мы касаемся, она вот так мерцает. Ну, сделано действительно клево. Респект вообще Samsung, наконец-то хоть что-то интересное. Дальше убирается месяца, как вы видите, здесь у нас. И здесь у нас можно поменять цвета. Тоже есть достаточное количество. Вот я, наверное, зелененький, темненький оставлю. И вот так раз. И смотрите, красотища просто. Ну и следующий циферблат. А вот такое растянутое время он называется. Смотрите, почему. А вот так вот он начинает
двигаться. Если мы с вами по нему тапаем, ничего не происходит. Вот здесь пульсик только у нас получается. День недели, тап-зоны эти у нас присутствуют. Когда нажимаем, у нас еще и вот так он, циферки у нас сужаются, уменьшаются. В настройках зашли и посмотрели, что у нас. Здесь у нас, значит, меняется вообще формат даже. Дальше цвета. Потом дополнение. Здесь можно поставить какие-то, наверное, виджеты. Давайте посмотрим. Ну да. Не знаю, погоду можно, нет? Где погода? Погода. Нет, погоду нельзя. Можно только все. Хотя нет, вот можно. Вероятность дождя. А, нет, все, погодка у нас есть здесь, слава богу. Дальше мы можем поставить фаза луны. Там что только можем здесь не поставить, а? Давайте-ка, наверное, сон, стресс, бег, ЭКГ, вероятность, восход, закат, ну и все. Однако на этом стоп. И вот так выглядит сам циферблатик. Выглядит прикольненько. Давайте посмотрим, как все еще они у нас выглядят. Режим AOT. Эх, вот так, значит. Вот так, сейчас попробую поднять аккуратненько. Вот так выглядит режим AOT на данном циферблате. Поехали на следующем. На вечности. Ай, все-таки как красиво, а? Наконец-то, хоть нормальные циферы. Так, вечность у нас выглядит вот так. Ага, и последний. Вот это вот. Тоже прикольный, кстати. Выглядит вот так. Короче, ребятушки, в описании видео выбирайте все, что вам нужно и необходимо. Хотите, если поддержать канал, пожалуйста, покупайте Wear Store. Кстати, скоро сделаю инструкцию. Это единственный для России магазин. Крутой. Ну а вы, дорогие друзья, были на Wear Store. Подписывайтесь. Пока. До новых встреч.